Всем привет, мои дорогие! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы ответили на мой вопрос, что в каком формате мне снимать видео. Вот, буду стараться теперь для вас. Вот сегодня уже буду загружать видео начала наших закруток с мамой. Вот, как бы у нас тут воду выключают постоянно, такие проблемки. Сегодня сделала себе маникюр, короче, в общем, иголкой сама нарисовала кое-как. Ну, не знаю, что получилось. Вот так вот как-то выглядит все. Обычные лаки. Больше не... Ну, я так быстро-быстро. Вот, сегодня у меня чипсики вот такие вот разными ассорти. Тут и хрусталь, и красный, и халань, и храповский. И у меня сегодня дымка. Вот так. Похрустим. Хотела в таком формате выйти в прямой эфир, но боюсь, опять отключат. Песчанка. Очень она мне тоже понравилась, песчанка. Видео с макияжем, я не знаю, когда я начинаю краситься, и, допустим, с мыслями о том, то, что кто-то смотрит, или когда со стороны на меня смотрели, мы раньше собирались с девчонками в клуб, я всегда почему-то начинала нервничать, у меня рука вздрогнет, что-нибудь размажу, короче, ну, я попробую, конечно. Дорогой косметикой я не пользуюсь. Единственное, мне подарили тени Faberlic. Я вам покажу потом. Лаки у меня обычные. Куда-то я их убрала. Вот такого цвета я купила вчера два лака. Такой и такой. Я сейчас после этого видео попробую прямой эфир выйти еще. Так, пробный. Храповский. Я когда смотрю какой-нибудь фильм, вот так вот чипсики накалю себе в тарелочку, включаю сама Милоежик,
Наташу смотрю, Веронику, Юлю. Ну и там, кто в ленте проскакивает, на кого я не подписана. Вот. И сама ем мел. Мелочек Север. Очень вкусный. Красный. Гладенький тоже такой.
Еще просит меня наши американцы или кто там, иностранцы, большими кусками есть, а я не могу. У меня остался дома мелтитан, большой кусок. Вот приеду, буду от него есть. Завтра, наверное, поеду к дедушке. Абрикосы падают. Последний кусочек. Очень вкусно. Пока-пока.